На другую тему. Еще одно некогда мощное градообразующее предприятие Печоры прекращает свое существование. У Печорского речного пароходства серьезные экономические проблемы. Печорское пароходство находится в так называемой конкурсной процедуре. Это один из самых жестких вариантов банкротства. Скажем так, последний вариант, после которого предприятия, как правило, не возрождаются. И поэтому говорить о том, что Печорское пароходство останется прежним, не приходится. Одна из причин таких глобальных – это, в общем-то, то, почему за последние годы достаточно крупные предприятия, многие по России умирали. Это огромная тяжесть еще советской социальной сферы, коммуналки. Вот, то, что могло себе позволить предприятие в советские времена, и не может себе позволить предприятие в рамках вот жесткой конкуренции. Все, кто имеет отношение к этому предприятию, и те, кому судом поручено каким-то образом заниматься сейчас его судьбой, постараются сделать все, чтобы, тем не менее, сохранить ядро предприятия, чтобы люди не потеряли свои рабочие места, ну и в целом, чтобы предприятие, которому уже 80 лет, и, в общем, которое было когда-то одним из градообразующих, чтобы оно осталось быть. Опять же, в любом случае, это будет другое предприятие, но это, положим так, для людей, которые здесь работали, которым оно дорого, это не так важно. Важно, чтобы остались рабочие места, чтобы катера ходили по Печоре и так далее и тому подобное. Увы, но это зависит только от тех, кто захочет продолжить этот бизнес, вложить деньги в предприятие, выкупив его целиком, одним лотом. Сейчас идут переговоры с местными и иногородними бизнесменами. В идеале останется предприятие, пусть меньшего размера, будет немного меньше работников, но это будет тоже небольшое пароходство, которое будет иметь в себе, в своем составе еще и вот то, что называлось РЭБом, это ремонтно-эксплуатационной базой. То, чего больше в Печоре нету. Если ее сейчас не вытащить, не оставить жить, так сказать, в рамках нового, то второго такого предприятия, ну, в Печоре долго не будет, по крайней мере. Сейчас у предприятий долги по зарплате за несколько месяцев. Весьма кстати была бы помощь дебиторов, предприятий, у которых долг перед самим пароходством. Итак, суд назначил 6 месяцев конкурсного производства. Они заканчиваются 25 декабря. В какой форме предприятие подойдет к этой дате, остается только наблюдать со стороны.